Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы вновь находимся на коттеджном поселке Морской, где у нас Кубаньтелеком выполняет работы по установке оптиволокна. Это специалист Андрей Андреевич, который расскажет полностью, что такое есть оптиволокно. Ну, на самом деле, не что такое есть оптиволокно, а только лишь о том, чем мы будем заниматься. В общем, поступили заявки о том, чтобы сделать коттеджный поселок Морской. И ну, как бы я ездил, считал материал. Первоначально принимали решение включать здесь радиоканалом, но потом отказались от этой идеи и решили включать оптическим волокном. То есть в каждый дом заводится отдельный кабель, у каждого абонента свой кабель. Вот. Соответственно, приехали, посчитали, все это было оформлено в короткие сроки. Соответственно, заказ материала, сбор, и, соответственно, вот мы здесь работаем, ну, начинаем работать. Какая скорость будет у каждого дома? Пока конкретно по скорости я точно не могу сказать, это скажут специалисты технической поддержки. Как скоро вы это сделаете и запустите интернет в данные дома? Я думаю, что в течение следующей недели уже первый абонент будет включен. Спасибо. Это был Андрей Андреевич, Кубаньтелеком, специалист, который сделает разводку по данному коттеджному поселку Морской оптиволокна. Будьте в курсе всех событий. Всем пока. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа».